Что еще можно сказать по совету некоторых посетителей канала? Я удалю видение, где я рассказываю там о деньгах, зарабатывании, возможно, кое-что даже из машинок удалю, как говорится, дабы не нервировать народец, потому что люди по-разному относятся к этому делу. Так вот мне посоветовали, я подумал, я так вроде поделился, рассказал, что и как. Вот, все, что показывал, это результат не просто, опять-таки, ты сидишь, а все вокруг тебя тут это делается. Это результат большого труда, труда головой, потому что когда я руками шевелил, такого не получалось, а вот когда головой, совсем иное. Ну, поэтому, прежде чем что-то такое заработать, надо хорошенько подумать, что, как, чего. И потом, глядишь, это начнет получаться. Так что видео кое-какое я удалю. Вот такие-то дела. Открытость, честность, открытость. Прямоту и откровенность, увы, многие понимают как какую-то слабость и даже дебильность. Они даже не знают, что это выражение силы, когда тебе пофигу, как о тебе подумают, что тебе скажут. Ты есть и таким и будешь, а не изменишься в угоду каких-то там мнений и прочего. Красота, лепота. Да, хотелось бы забросить гарпуночек, но тут месить грязь,